Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. 5 причин, по которым не стоит выбрасывать использованные чайные пакетики. После тяжелого дня особенно приятно сидеть за столом, грея руки о чашку с чаем. Для того, чтобы получить горячий напиток, достаточно воспользоваться пакетиком. После заваривания его выбрасывают. И очень зря, ибо существуют некоторые хитрости по использованию чайного пакетика. Долой ожоги. Пакетик пригодится летом, когда есть вероятность получить солнечный ожог. Если вы загорали на пляже, а по возвращению домой обнаружили ожоги, подождите использовать кефир. Возьмите остывший чайный пакетик и приложите его к ожогу. Дубильная кислота, содержащаяся в нем, способствует быстрому восстановлению кожи. То же самое относится и к мелким ожогам. Готовили еду и обожглись? Применение чайного пакетика уместно в данном случае. Приложите к поврежденному месту, боль сразу же отступит. Важное уточнение: используйте только пакетики с черным чаем. Зеленый чай против бородавок. Неприятные бугорки на коже излечимы. Поможет в борьбе с ними использованный пакетик зеленого чая. К бородавке приложите остывший пакетик и подержите 15 минут. После этого замените на новый и снова подержите на протяжении 15 минут. Спустя несколько дней забудете о бородавке, потому что она отвалится. Моем жирную посуду. Жир со сковородок и кастрюль тяжело отмывать, особенно при отсутствии горячей воды. Тогда мытье любой жирной посуды превращается в пытку. Пакетики помогут справиться с проблемой. Наполняем мойку водой и жирной посудой, бросаем несколько пакетиков с черным чаем. Вот и весь нехитрый прием. Удаляем мешки под глазами. Проблема многих женщин – черные круги под глазами. Они придают усталый и неухоженный вид. В борьбе с мешками помогут пакетики черного чая. Заварили, удалили из чашки, положили в контейнер и поставили в холодильник на день или на два. Затем достали пакетики из холодильника, приложили к глазам и подержали 15-20 минут. Мешки уменьшатся уже после первого раза. А какие подобные интересные применения знаете вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.